Так выглядит вечер у меня в кабине. У меня хорошо, что есть такие шторки, я закрываю. Ну, это в траках, в обычном, в Америке, везде, да? Я не знаю, как в европейских траках, никогда что-то не знаю. У американцев они все имеют шторки такие, закрываешь полностью окна. И здесь мои собачули со мной на кровати. Элечка. Эй, гал. Люська уже отрубилась. Как-то так, друзья, выглядит наш вечер обычно. После того, как погуляю с ними, я уже ложусь, закрываюсь. Потому что темнеет рано уже на улице, да, холодно. Долго стараюсь не гулять. Такая высота машины. До добрых, наверное, 2,5 метра, если не больше. А то и 3 будет до верха туда уже. Потому что там еще сверху полка, да? Поэтому достаточно места много в этой тумбе. Холодильник, там я люблю ставить свои сериал такие, что с молоком попить. Да, короче, полочек здесь хватает всего, да, места хватает. Просто решила вам показать свой вот трак внутри. Трак внутри, света тоже полно всякого разного. Здесь тоже свет включается вот над головой, если надо. Такой вот спальники типа, да? Свет. Вот. Да, хватает света, я же говорю, что здесь панелька управления у меня, но здесь плохо видно, конечно, ночью. Вот. Если свет включить, будет лучше видно. Окей. Здесь панель управления холода, тепла, розетки для электрики, телефон там или чего. Здесь вот открываешь, как ты хочешь себе, сильно, что там дуло, не сильно. Ну, короче, нормально. Так вот оборудованный спальник. Все с кожи получается. Эту полку можно поднять, если ты не хочешь, чтобы она на голову. Я туда вещи ложу свои, мне туда она не мешает. Вот. Как-то так. И здесь кровать как полуторка получается. На 1,5 человека. Ну, это не нормально, потому что это вот рыжая чудо спит со мной. И это малая мышка. Да, Элечка, с мамой ты. Вот. Ну вот как-то так, друзья. Так выглядит моя квартира. Немножко показала вам свое бытие, житье. И сколько одному человеку надо. Нормально.